Привет! Вы на канале Funny Yorkshire Terrier. И в своем видео я хочу показать зоопокупки за июль месяц. Их довольно много. Некоторые вы видели уже во влогах, некоторые еще увидите в распаковках. Но я решила все покупки в этот раз объединить в одно видео и показать вам. Может, кого-то что-то заинтересует. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто еще не подписался, и ставьте нам лайки. Хочу начать с магазина Депо. В магазине Депо я купила вот такую вот корзинку, чтобы складывать вязание. Я довольно много вяжу для Фани, а места, куда складывать начатое вязание, нету. И я вот придумала складывать вот в такую корзинку. Хотя это не совсем зоопокупка, скорее покупка для вязания. Потом в магазине Депо купила две пачки куриных лапок. 7 штук вот таких вот любимых лакомств Фани от фирмы Jim Dog. В магазине Кика купили кроличьи уши от фирмы Natural Living. Таблетки Миллипрозон для собак до 10 килограмм. К ним идут вот такие наклейки. Наклейки нужны для того, чтобы клеить ветеринарный паспорт. Дальше мой заказ с магазина «Зоя Королевства». Енотик вот такой. Вот такая вот вкусняшка. Там еще была косточка, но она была большого размера, я ее вернула. И палочки куриные, которые я не заказывала. Я хотела палочки с сыром и йогуртом. Так как в магазине их не было, мне вернули за них деньги. И еще молочная смесь. Сейчас я покажу, что входит в набор. Вот таких вот 4 пакетика. У меня сейчас 3. Четвертый я раскрыла, когда делала обзор. Бутылочка от фирмы Royal Canin для молочной смеси. Мерная ложечка. 3 разных соска для большой собаки. Для средней. И для маленькой. Также есть инструкция кормления на английском языке. Как кипятить бутылочку. Как делать молочную смесь. Как кормить щенка. И что делать после кормления. На коробке также есть таблица, по которой кормить щенка. И дозировка. Дальше идет мой заказ с ветеринарной аптеки. Фито Вета. Погрызушки. Курица и теленок. Лакомство для дрессировки. Рыба, морковь, картошка и зерновые культуры. Еще одни погрызушки. Курица и теленок. Я предпочитаю покупать все лакомства вот этой фирмы. Она очень хорошая. И очень приблизительный состав, как у этих консерв. А эти консервы рекомендуют ветеринарные врачи. Консервы с кроликом 16 штук. Это 100% мясо. Капельки от клещей. Фирма Advantex. Я покупаю от 4 кг до 10. Так как моя собака весит на пределе, то бывает 4, то чуть меньше. Капельки вот в таких тюбиках. Закапывать собаку этими каплями надо раз в месяц. Есть 4 наклейки, чтобы клеить ветеринарный паспорт или в блокнот, чтобы знать, когда закапывать в следующий раз. И игрушку. Фламинго с пищалкой. Но Фане он не очень понравился. Это новая фирма. Alpha 4 Puffs. Она не очень безопасна. Мне не понравилось, что вот здесь такие волосы и вот здесь. Фаня их может отгрызть и отравиться. Поэтому игрушки буду давать, играть только в своем присутствии. И в будущем таких игрушек я больше заказывать не буду, когда есть такие волосы. Также написано, что это игрушка для гламурных собачек. Дальше мои покупки пойдут с ветеринарной аптеки и с магазина Pet City. В ветеринарной аптеке мы купили таблетку Адаптила. Это успокаивающие таблетки. Во время длительных поездок я их Фане давала, чтобы она меньше нервничала. И также давала, когда мы ходили стричься, потому что Фаня стричься боялась.
Но в последнее время Угоумио Фанни ведет хорошо, и ветеринар не советует давать Фанни эти таблетки, когда мы идем на стрижку. Даю Фанни по половинке, вторую половинку выбрасываю, так как эти таблетки долго храниться не могут. Их нужно использовать в течение нескольких дней. По совету ветеринара купили мы сухой корм от фирмы Эдгард Коппер с говядиной и телятиной. И вот такую же консерву говядина и телятина. В этом сухом корме и консерве много фруктов и овощей. И по двум причинам я боюсь, что Фанни его забракует. Во-первых, она не любит консервы и сухой корм с телятиной. Во-вторых, она не любит, когда в консервах или в сухом корме есть много овощей и фруктов. Поэтому я сразу же купила еще один пакет другого сухого корма. Так как нам советует ветеринарный врач, чтобы сухой корм и консервы были похожего состава или из одного и того же животного мяса. Этот сухой корм от фирмы Корнилиф Лови с кроликом, курицей и уткой. И еще есть вторая причина, почему я взяла этот еще один сухой корм. Во-первых, мне очень не хочется менять Фанни консерв. У Фанни консерв из 100% мяса. В этом же консерве 56% мяса. И она может его забраковать. Но если она будет есть вот такой вариант, мне более предпочтителен. Он не такой уж дорогой. И консервы намного больше, чем ее коробочка. Вот можем даже сравнить визуально, насколько это больше. Этот сухой корм хороший, в нем 70% мяса. Поэтому посмотрим, какой она предпочтет. Но все же я склоняюсь, что, возможно, она будет есть этот, потому что в нем есть говядина, а говядину Фанни любит. Также в магазине Пиццити купили вот такие вот вкусняшки-погрызушки для чистки зубов. В коробке 4 пакетика вот таких вот. В пакетике по 7 штук. Всего в упаковке 28 штук вот таких погрызушек. Также купили обезьянку от фирмы Kong. Это третья игрушка из Фанниной серии, которую мы начали собирать зимой. У нас есть еще вот такой вот зайка. И вот такой вот бегемотик. Нам не хватает 4-го слоника. Пет24 купили вот такого слоника. Это последняя игрушка, которой нам не хватало в коллекции. Дело в том, что игрушки Kong выходят сериями. Иногда по 4, иногда по 3. Потом купили от фирмы Kong вот такого вот красненького, я не знаю даже, тоже, наверное, слоник. Он не пищит, звук у него странный. Он с блёстками, если вам видно, может, не видно. И очень, наверное, ярко отображается. И еще вот такую вот. Это с пищалкой, пищит хорошо. Но так как мне они очень понравились, несмотря на то, что этот был без пищалки, я все же его купила. И эти две игрушки от серии Кози. Также от фирмы Pet Station мы купили вот такие вот погрызушку и вот такую вот, чтобы Фанни могла поточить зубки. Эти игрушки мне очень нравятся. Это единственный магазин, где у нас продают игрушки фирмы Pet Station. Если там появятся какие-то новиночки от Pet Station, я обязательно куплю. Больше всего игрушки мне нравятся для Фанни покупать в фирме Pet Station и Kong. Других я предпочитаю не покупать. Также купили в Икее коробку для сухого корма и полотенце вытирать Фанни лапки. Это были все наши покупки за июль месяц. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто еще не подписался, и ставьте нам лайки. А мы вас, Фанни, очень любим и ждем в следующих видео.